К занятиям сегодня приступили аж 120 студентов из Индии. Нынче такое их количество побило все рекорды по числу иностранцев, желающих учиться именно в вузах Перми. Что их привлекает в пермском образовании и как они встречают русскую зиму, узнала Лариса Стрельникова. Вчерашние выпускницы индийской средней школы сегодня готовятся к первому занятию в университете. Удивляются только снегу за окном. В остальном к жизни в общежитии готовы. На обед стандартное студенческое блюдо – лапша быстрого приготовления. В Индии работать врачом престижно. Профессия очень нужная людям и с хорошей зарплатой. Кроме того, моя мама хочет, чтобы я стала доктором. Шаиста только получила специальные учебники. Часть ребят уже занимается по этим пособиям. Впереди у всех 120 человек обучение на английском языке, но по программе российских студентов. Особенность преподавания медицины в российских вузах – это практически с ранних курсов работа с больными. То, чего нет нигде за рубежом. Они сразу видят больных, разбирают больных, общаются с ними. Это очень важно. Потому что это не муляж, не кукла, а это живой человек. Плюс учиться в России дешевле, говорят ребята. Викас уже прошел обучение по этой программе в Твери. И сейчас во всем помогает землякам, в том числе постоянно напоминая, надевать нужно и куртку, и свитер, а то и два. Впрочем, если погода не очень приветлива, пермяки принимают довольно тепло. У нас реально, я сам это чувствовал, люди короче, да, все хорошо нам принимают. И помогать тоже. А еще. А когда русский человек они смотрит наш, первый вот так смотри, ой, новенькие пришли. В этом плане лучше всех ребят понимает Софья. Девушка выросла и учится в Перми, но при этом имеет индийские корни. Так что готовится стать новичкам и другом, и гидом, и психологом. Почти 24 года я была единственной индианкой здесь. Естественно, приятно родных людей увидеть, вот, в таком количестве тем более. Знакомство с городом началось с обзорной экскурсии. Первой точкой стал памятник основателю Перми, сподвижнику Петра I Василию Татищеву. Хотя пока с непривычки больше внимания достается уральской погоде. На сегодняшний день самое яркое впечатление для ребят – пермские сугробы и температурный контраст в 40 градусов. В Перми сейчас минус 10, а в Дели, к примеру, плюс 30. Лариса Стрельникова, Александр Хробостов, «Вести Пермь».